Время 9:55. Ровно через 5 минут должна произойти сенсация. Для тех, кто не в курсе, мне в личку написал местный компьютерщик с новостью о том, что он знает способ, как разлочить iCloud. И он готов мне продать этот способ за 30 тысяч рублей. Это же настоящая сенсация. Вы только представьте, все спецслужбы мира не могут взломать айфоны террористов, а тут местный компьютерщик утер им всем нос. Теперь наш город будет знаменит не только пищевой содой, а еще таким выдающимся человеком. Вот, собственно, мы его и ждем. Приготовили бабло, приготовили шампанское, хлопушки, и там еще девчонки переодеваются. Короче, будет прикольно. Итак, через 5 минут мы открываемся, и я думаю, хакер не подкачает и придет вовремя. Время 12 дня, что-то наш хакер задерживается, но мы люди не гордые, подождем. Время уже 15 часов, прошло уже много времени, похоже, наш хакер попал в пробку. Время 18 часов, наш хакер так и не приехал, мы немножко расстроены. Поднимаем настроение шампанским, но маленькая надежда все равно остается. Будем ждать до последнего. Ну что, время 19:50, через 10 минут мы закрываемся. Так никто и не приехал. Печально, мы столько сил и денег потратили на подготовку к этому событию. И все напрасно. Весь день прошел в тупом ожидании. Че, старое место? Пошли.